Сегодня в эту историю трудно поверить, но все случившееся правда. И тому свидетельство архивные документы, пожелтевшие страницы газет, семейные фотоальбомы, дневники, письма, воспоминания. Петроград, весна 18-го года, стрельба, неразбериха, голод. Все это заставило родителей задуматься о судьбе своих детей. Через газеты было объявлено о возможности отправить подростков в более благополучные районы России. На последующие события внесли свои правки. Вместо летнего отдыха на природе детям были уготованы многочисленные опасности военной поры. Вырвавшись из объятия голода, дети попали в жернова беспощадной и безумной машины, имя которой – гражданская война. Первое время лагерь существовал, как задумывалось, но вскоре закончились средства на закупку продуктов питания. Иногда ребятам самим приходилось обеспечивать себя. Они подрабатывали, просили милостыню, иногда воровали. А в окрестных лесах все чаще и чаще раздавались выстрелы и взрывы. Время от времени появлялись то красные, то белые, то неизвестно кто. Я хорошо помню, как красноармеец шел, штыком поднимал матрасы, они искали, не прячутся ли белые. Увидал меня, я как зверек туда выглянула, по его лицу мелькнула такая улыбка, и он, значит, это ушел успокоенный. Потом белые прибежали, и они тоже, такие офицеры лощеные, они все искали этих красных. А потом, помню, по этой реке ехала телега, заваленные трупами окровавленными. Вот это я хорошо помню. Россия, Япония, Америка, Франция, Германия, Финляндия и опять Россия, но уже совершенно другая. Таков маршрут этой удивительной одиссеи. Ребята смогли выжить и вернуться только благодаря стараниям русских, японских, американских, канадских, французских и финских людей. И такие люди всегда есть на свете. Взрослые люди, осознающие, что детей можно спасти только всем миром.